Всем привет! Я не скажу, где мы. Ты не скажешь, где мы? Попробуйте догадаться. О, орлы! Это грифоны, это не орлы. Грифы, точнее. Грифоны, я сказала, нифига. Сейчас бы грифоны в московском зоопарке. Они кайфовые, да. Ля, конечно, смотри, смотри. Смотри, какое бидло идет. Сейчас, говорит, наваляю тебе, подойди сюда. Поди, говорит, ко мне сюда. Ля-ля, смотри, опять идет. Не понял, кто здесь мое мясо ест? Вы че, пацаны? Жесть, он, конечно, весь район в страхе держит. Тупо один хочет мясо все есть. Блин, до сих пор, видите, прошел час. Мы шли к слонам, мы уже сходили к птицам, мы поели мороженое, посидели, а эта птица все стоит и думает о жизни. Уже прилетела куча других птиц, она все еще стесняется спросить дорогу, как отсюда вылететь. А где обезьяна? Ты знаешь, где обезьяна? Я не знаю. Ты знаешь, где обезьяна? Нет. Нет? Нет. Слышите эти крики? О, это павлины. Это не воробы, а павлины, Алиса. Что-то бабушка павлик нюхает. Был только один террариум открыт. Мы пришли, и там было 5, что ли, змей, пару игуан. И все, за все это нужно было 300 рублей за вход заплатить. И нельзя было отказаться от экскурсии. Навязали экскурсию прям обязательно, чтобы с тобой ходил мужик и рассказывал тебе про то, как змеи шкуру сбрасывают и все такое. Блин, и с нами там еще была женщина, которая дико к этому мужику подкатывала. Это было так неловко. Ужасно, ужасно. Всей группе было неловко, она задавала ему всякие глупые вопросы. О, ленивый вороб лег. Почему? Вот, и она, короче, дико к нему подкатывала, а когда он сказал, что гадюка, ну, показывал на гадюку, рассказывал, что она обитает у нас в Подмосковье, туда-сюда, она такая, а если меня укусят, можно отсосать? Я такая, блядь, просто фейспалм, мне стоит, думаю, господи. Никого нету? Смотри, смотри, там пакетик сока лежит. А мы наблюдаем за дикой жизнью пакетика сока. Он лежит возле камня и не двигается. Он не двигается уже много лет. Возможно, он вырастет большой пакетик, 2-литровый пакетик сока. Короче, сидим в столовке, кушаем. И уже когда докушали, столовка была сделана в таком стиле лофт. Там очень много кирпича и тому подобное по стенам. Алиса такая, ооо, кирпич! Я говорю, Алиса, да ты же 100 раз уже видела кирпичи. Она такая, не, никогда не видела кирпичи, ты о чем? И такая, просто давай обнимать стены, кирпич! А мы только-только зашли, сразу в столовку пошли. Она говорит, блин, мне так нравится в зоопарке, говорит, тут кирпич. Так что ей уже при входе было интересно. Кирпичи и воробы. К тебе есть вопрос. Насколько этот день лучше по 10-бальной лучшести? 10. На 10? Да. Это один, очередной самый лучший день? На 100. На 100, да? Ну, я говорю, самый лучший день очередной. Да. Ага. Так, идем дальше смотреть животных. Как обещали, на стриме пошел лютый дождь. Прям сильный. Прям гигантский. Мы купили веер. Теперь можно разгонять облака. А вообще, у меня вопрос к тем, кто делал туалеты в зоопарке. Как можно сделать такие узкие кабинки, чтобы когда я садилась... Чисто женский вопрос. Чтобы когда я садилась в кабинку писить, я ударялась головой об дверь. Это насколько вообще... это незаконно, мне кажется. Ну, наклонялась, да. Но это просто серьезно, что незаконно. Боже, дождь все еще идет. Алиса очень удобно устроилась. А мы еще купили пару крендельков Алисе и мне. Мам, покажешь руку? Я на самом деле последний раз такие видела на Рождество на какой-то ярмарке. А до рождественской ярмарки я такие ела только лет 10, когда была маленькая на Старом Арбате. Они очень вкусные, прикольные. Если их погреть в микроволновке, то вкус становится еще более прекрасный. Алис, классно выглядишь. Там колодец? Да, с водой. С водой? Ну тогда внутрь не садись.
Итак, я еще несколько раз попала под дождь, поэтому не обращайте внимания на причесон, но я наконец-то добралась до дома. Это уже хорошо, это уже здорово. Когда ехали в электричке домой, я впервые в жизни увидела, что происходит, когда люди нажимают на стоп-кран в электричке. Вы не поверите, но раньше я сколько не ездила в электричках, а ездила очень много, потому что я работала в Москве, и папа у меня в Москве жил, от него часто ездила, и в институте я в Москве училась, то есть я очень много каталась на электричках. Никогда бы мне не нажимали стоп-кран. Я вообще, если честно, думала, что только для экстренных случаев, но нет. Кто-то пропустил свою остановку и жахнул стоп-кран. Остановилась где-то вообще в лесу. Это было очень крипово, я боялась, что какая-то странная херня происходит. Но машинист сказал, что двери не откроют, как бы кто стоп-кран не жахал, не жохал, потому что он далеко от перрона, и типа это против правил. А еще я бы хотела, наверное, немного пожаловаться, что когда я была в аптеке, покупала Алисе мазь от болячек, передо мной стояла женщина, которая сказала, знаете, мы плавали в бассейне с ребенком, и из-за хлорированной воды у него начали чесаться глаза. А еще, знаете, у него поднялась температура. Продавщица такая, слушайте, ну это уже больше похоже на вирус. Она такая, да нет, он не заболел, просто это из-за хлорки. А дайте мне какой-нибудь там нурофен. А, еще, короче, у него сопли. Ну это тоже не болезнь, по-любому не вирус, просто, наверное, аллергия. Дайте мне какие-нибудь антигистамины. Продавщица спрашивает, сколько ребенку лет? Женщина отвечает, 4 года. И я стою и думаю, то есть ты в 4 года? Просто из-за того, что сама не хочешь верить, что у ребенка вирус, хочешь напихать его сейчас противовоспалительными и антигистаминными с нихера. Ладно, не мое дело. В общем, ладно, это был вечер с Евой и Алисой. Спасибо большое за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий, потому что мне это очень важно. До встречи! На стримах или других видосах. И, конечно же, не забывайте про нашего великолепнейшего спонсора G-Round, на сайте которого каждую неделю можно играть в напичку и оставлять рецензии для того, чтобы получать призы и подарки.